wish I would've known, cause I didn't kiss my mama goodbye. I didn't tell her that I loved her, how much I cared. I thank my pops for all the talks and all the wisdom he shared. Unaware, I just did what I always do. Every day the same routine before I skate off to school. But who knew that this day wasn't like the rest? Instead of taking the test, I took two to the chest. Call me blind, but I didn't see it coming. Everybody was running, but I couldn't hear nothing except gun blast. It happened so fast, I didn't really notice, kid, though I survived.
футбольный клуб «Мотор». С нами согласился пообщаться Камран Мамбетов. Камран, подведите итоги сегодняшней игры. Чего не получилось, а на чем нужно продолжать работать? Было большое количество потерь, как вы думаете, с чем это было связано? Ну, начнем с того, что команда была более рослая. У них, я думаю, средний рост примерно 195 был. И у нас ротация была очень маленькая, опять же, 6-7 человек было. И в самом начале упустили, на пик-н-роллах защита была плохая. Внутрь все проходило и забивали. Вот так они оторвались. И шансов догнать уже не было, так как, ну, я сам лично могу про себя сказать, после травмы тяжело пока играть. Не восстановился, а Илья Чернов как бы один тоже на себе не может все тянуть. И поэтому как бы не смогли ничего восстановить, все потери. Так и сыграли. Какая была установка перед сегодняшней игрой? Все-таки в составе соперников были высокорослые игроки. Больше планировали взаимодействовать с трехочковой дистанцией, больше планировали делать бросков со средней дистанции, либо все-таки через краску? Ну, как бы да, ключевым было как бы забить трехочковые свои. И как бы что-то получилось, что-то нет. Поэтому больше играли на трехочковой, в краску старались не отдавать, так как были высокие там игроки, а у нас 1-2 игрока всего было за 2. Отсутствие сегодня Артема Дениса в составе стало ключевым для вас моментом. Если бы он смог приехать на игру, показатели и качество игры было бы совершенно другим? Я думаю, да, Артем бы нам помог значительно в краске. Забили бы все свое из краски, как бы Артем умеет разбираться в краске. Да и пару трехочковых бы забил бы, я думаю. Сократили бы хотя бы не 41, а думаю 20 могли бы сделать. Могли бы даже ровно играть, как бы сложилась игра. Большое спасибо, Камран, удачи в следующих матчах. После матча с нами согласился пообщаться игрок АМС Академии Роман Васильев. Роман, прекрасные сегодня показатели, прекрасно провели игру. В чем главный успех в сегодняшнем матче? Успех? Ну, мы играли не самым сильным соперником, поэтому успехом назвать особо нельзя. Но одновременно мы старались отыграть те моменты, те косячки, которые у нас в команде есть, в комбинациях, в защите. Максимально собрано, и, как, видимо, это принесло какие-то такие свои результаты космические, что мы практически 40 очков выиграли, 41 очко. Как-то так само получилось. Ничего сверхъестественного. Позади половина группового этапа, соответственно, подведите промежуточные итоги. Команда идет на втором месте в турнирной таблице. Какие задачи ставите на оставшиеся матчи и в какой форме планируете подойти к стадии плей-офф? Да, кстати, к Бакамосковскому больше всего готовимся. Лично я готовлюсь, потому что такой игра интересов. И, насколько я понимаю, это за место, да? Игра за место. Поэтому, естественно, вот эти игры, они полезны для того, чтобы одновременно расслабиться и в то же время отточить все нюансы командные и попытаться победить самых сильных игроков, самую сильную команду. Все, спасибо, Роман. Желаем вам удачи в следующих матчах.